Всем привет, с вами Борода, это PUBG Mobile, и сегодня мы попробуем взять топ-1 с пистолетом. Пистолетом под названием P18C. Для начала нам, конечно, нужно будет его найти, ну а после попытаться взять топчик. Насколько это реально, насколько это хардкорно или же действительно легко, мы узнаем прямо в этой каточке. Упадем где-то рядышком с буткемпом, не хочу куда-то падать в самую жопу, искать полугода пистолет, ждать пока все умрут. Это будет обычная каточка, только вместо нормальной винтовки у нас будет в руках все-таки P18C. Что из этого получится? Осталось лишь досмотреть этот ролик до конца. Ну и, конечно же, не забудь поставить палец вверх и подписаться на канал, если ты еще этого не сделал. Прежде всего, посмотрим, есть ли кто с нами. Так, вроде как я упал один. Так, упал немного я неудачно. Так, я нашел револьверус, но это все не то, что мне надо. Так, хорошо, идем дальше. Пока побегаю на всякий случай с револьвером, а то вдруг ко мне кто-то все-таки решится подползти. Я умирать-то не хочу. Так, броники-болики... Вторую шапочку я возьму. Пистолет. Автоподборы, конечно же, в игре никто не отменял, поэтому я их, естественно, забыл отключить. И да, я буду бегать с какими-то базовыми пистолетами, точнее пушками, но играть и использовать их я, конечно же, не буду. Я буду использовать только P18C, если его найду. Что-то я... гранаты. Гранаты-то никто не запрещает, правильно? Кстати, увел магаз. Оп. На пистолетик увел магаз быстрого доступа, то, что мне будет необходимо. Так, P18C. Сложно найти этот пистолет, к сожалению, в PUBG Mobile, но, в принципе, это реально. Пару раз я его даже видел. Компенсаторы. Как же больно пропускать столь угодный лут. С револьвером, кстати, мы тоже будем проходить. Поэтому, если тебе нравится контент такого типа, такого плана, обязательно подпишись на канал и расскажи об этом друзьям, что есть такой тип, ну, просто безбашенный нахрен, который проходит... Кстати, я глушак нашел на пистолете. Который проходит PUBG, который берет топчики с различными видами оружия. То есть, револьвер это только начало. Никто не идет за мной, не? Ох уж эти стрим-снайперы-то постоянно за мной следят, скоты такие. Так, побежали. В поисках. Кстати, вот револьвер с глушителем смотрится очень круто, мне нравится. Посмотрим, есть ли в этом кемпе P18C. Что-то мне подсказывается, я сейчас буду пол катки искать именно пистолет. Этот. Так, что у нас обрез? Так, кстати, это мне-то понадобится, если я не ошибаюсь, правильно? Так, что-то я там мусор насобирал лишний. Так, P18C. Неужели тебя так сложно найти? Я уже все нашел, что мне не надо. Оп. Погодка сыграет нам на руку в этой каточке. Я должен быть предельно тихим и метким. Здесь тоже не оказалось P18C. Пошли дальше. Я вроде как даже в зоне. Я пришел, кстати, к карьеру, что весьма неправильно на самом-то деле. Здесь, в принципе, моя игра может и закончиться. Но мне нужно найти блядский пистолет. Которого почему-то нигде нет. Вот просто нигде. Тихо ты, не греми. Когда не надо? Сейчас меня здесь, кстати, могут и убить. P18C валяется везде. Вот я вам серьезно говорю. Это один из самых часто попадаемых пистолетов в обычной катке. Я даже именно поэтому выбрал этот пистолет первым, потому что я знал, что я упаду и быстро его найду. Но не тут-то было, пока я бегаю с револьвером. А револьвер это не совсем то, что я бы хотел. Там уже дропчик сейчас полетит. Я хотел залутать дроп.
Как ты считаешь, насколько реально вообще залутать дроп, имея только пистоль в руках, а? Я думаю, это вполне реально. И, в принципе, ничего сложного с этим не должно быть. Фух, ладно. Интересно, а можно сделать так, что я в этой карточке вообще не найду этот пистолет? Да еще и топчик возьму. Это было бы забавно, не так? Сейчас, кстати, даже не детекчу, если тут кто-то рядом, понимаете? Я просто бегаю в поисках долбанного пистолета. И я могу пропустить даже врага, который где-то затаился и ждал именно меня. Вот это будет самое обидное на самом-то деле. Или знаешь, я найду пистолет, он меня как раз-таки убьет. Оп. Враг. Дядька, ты где? Вижу. Давай, мать. Или их два? Или я так хорошо его услышал уже? Дядька, ты где? Где-то здесь был. Вон он. Первый минус. Конечно, не то, что я хотел. Может быть, у него есть бульк? Что у тебя за пистолет был? Ну, был только галёный юмп. И все. Револьвер на семерках — это не то. Это слишком легко, это слишком читерно. Камон. Это то же самое, что с калаша убить. Просто одиночными выстрелами. Так, но тем не менее, первый фраг с пистолета есть. Я, кстати, с револьвером себя даже что-то более уверенно чувствую. П-18С, есть здесь такие? О, вот он, черт возьми. Вот мой пистолет, который я искал. Хорошо, перезарядка. Так, и это есть, заберем здесь патрончики. И можно сбросить всю ту херню, которую мы насобирали, которая нам, по сути, даже не нужна была. Окей, у меня есть 3 гранаты. Что у меня по карте? Так, я карьеры прохожу нахрен и двигаюсь куда-то в эту сторону. Ну что, пожелайте мне удачи, я нашел нужный пистолет. У меня есть коллиматор на нем, глушитель и увел магаз. То есть фулл пакет на пистолете, который я так долго искал. Да, минус в том, что я, конечно же, без иксов. Но черт возьми, что поделать-то? Другого выхода нету. Сейчас главное занять нужную позицию. Так, я что-то, кстати, выхожу из зоны. И тогда уже убивать. Теперь можно быть повнимательнее. Слушать лучшую игру и, конечно же, делать фраги. Одно убийство у нас есть, но это был не П-18С, к сожалению. Так, со спины можно было бы закрывать зону. Но я не уверен, что это то, что мне надо. Эх, поплачусь я этим, друзья, но вам нужен контент, а мне нужна кровь. Где-то здесь у нас была стрельба. Самое главное — найти врага. Стихами даже заговорил для вас, ребят. Брать этот пистолет мешает. Вижу. Тихо. Тихо. Тихо, пес. Есть пес, минус пес. А, отлично. Вот так вот. Все, уходим отсюда. Аптеки у меня есть, бусты у меня есть. Первый килл с P18C есть. Хорошо, он меня задетектил. Он начал по мне стрелять, но... Черт возьми, ты играешь против короля PUBG, поэтому мы таких ошибок не прощаем. Здесь ты или попадаешь, или вообще лучше не стреляй просто, а стань и умри. И, ребятки, не забывайте, если вам понравился контент, данный контент данного типа, обязательно пишите, я сейчас сдохну. Об этом в комментариях. Это блядский бот. Сука, ты сдохнешь? Наконец-то оно сдохло. Это боты. Так, боты в этой игре есть. Так вот, оставляйте обязательно свои комментарии в описании. Для меня это очень важно. Блядь. Умираю. Тихо, тихо. Это тоже блядский босс. Минус бот.
Пошли залутаем его. Че их так много, слушай, понабегали тут. Псы. Страшные. Это, кстати, девятки мне принес, это хорошо. Я бустанусь и ухожу. Бустаться здесь, лежа, где была только что стрельба, очень глупо с моей стороны. Но тем не менее. Так вот, оставляйте комментарии. Комментарии — это очень важно. Вот прям очень важно. Он здесь. Он меня перестреляет. Или нет? Ха, пес. Это, кстати, был человек. Тихо ты стреляешь-то. Мог меня убить, кстати говоря. Страшно было. Да я как расчехлил свою пушендру-то, а? Пес такой. Так, что у этого было? Тара-та-тай-да-дай. Тихо. Пожалуй, вот это лучше будет. Все, можно идти. Раз здесь я сделал все, что можно. Надо еще раз бустануться немножечко. И отправляться. 6 киллов, ребят. 6 киллов с P-18C. Черт возьми, что творю? Ёб твою мать, обосраться от этих громов можно. Я вам давно об этом говорил. Кто смотрит стримы, тот знает, что я против погоды в PUBG. Она очень сильно пугает. Она не мешает, она пугает. Серьезно. Когда ты предельно сконцентрирован на игре, вот этот гром среди ясного неба, так сказать, заставляет тебя обосраться. А гром ведь бывает и не один раз. Понимаешь, да, о чем я? Я лично не успеваю менять штанишки. Мне это не нравится. Если кто в кемпе, тук-тук-тук. Интересно. Есть ли здесь какой-то мышонок? Мышонок, ты здесь или нет? Щах. Не, никого нет. Все окей. Пошли дальше. Оп-оп-оп, ёб твою мать. Где-то здесь была стрельба. Отчаянно бьются воины. А еще постреляешь? То есть. Разочек. Будь так любезен. Только не в меня, пожалуйста. Так не вижу. Хоть убей, не вижу. Зона меня настигнет. А этот пес может быть в спине. Или я вышел к нему в спину как раз. Сейчас посмотрим. Или он меня, или я его. Я его не вижу. Это было по мне, что ли? Не, это было не по мне. У меня есть шанс перебежать на ту сторону и где-то... А чё, и чё мне вообще туда бежать? Зона-то не у них. Ха! Дебилы. Я, кстати, могу обогнать, встретить и убить. Если увижу, конечно же. Он, вижу одного. Так, один есть. Второго даже не вижу. Со спины был. У меня есть спереди один. Блядь, 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 паника, паника, паника. Твою мать, что сделал? Что сделал, не понял. У меня патроны закончились, лутай, сука. Боже мой, у меня закончились патроны. Мне нужен второй пистолет. Ты представляешь, какая залупень? У меня закончились девятки. Как так? Я собрал 1 000 000 девяток. Пошел нахер. Страшно. Буду умирать, ей-богу. В этого нету девяток. Вот же ж говно. Да нахер мне это все надо? Мне нужны блядские девятки.
Вот говно. Прикиньте, у меня нету девяток, что мне делать-то? Пошли лутать дома. Я чувствую, я помру от зоны. Боже, как так произошло, что я остался без грёбаных, блядь, девяток? А я-то думаю, почему я не могу его убить? Я-то жму, оно не стреляет ни хера, вы представляете? О, бич. Это просто зашквар. Боже мой. Это реальный фейл. Вот я облажался. Все. Что тут еще можно сказать? Фух, я не хочу брать другой пистолет. Вот вообще не хочу, понимаете? Потому что это время именно P18C. Но у меня нету. У меня осталось 14 выживших. И у меня нет ни одного патрона вообще. То есть, если меня встречают, то я умираю. И как назло, здесь нигде нету ни одной девятки. Боже мой, вы что, все бегаете на девятках? Серьезно? Такое впечатление, что поголовно все используют только девятки. Как так? Ладно. Хорошо, допустим. Я сыграю сейчас без патронов. Я могу зайти вот сюда. В дома. И поискать еще, возможно, там будут девятки. Правильно? Поискать там девятки. Без патронов сейчас я иду, пытаюсь кого-то убить. Я не могу никого убить, разве что с кулаков или со сковороды. Да, это ведь не запрещено вроде как. Так, хилимся. Благо, хоть аптек я налутал. Хоть что-то у меня есть. Но сейчас вот зона пошла, и когда она сомкнется, то все, мне жопа. Мне, короче, нужно максимально быстро добраться до зоны. Я не успею залутать те дома, которые хотел. Разве что быстренько пробегусь. И здесь автолут, может быть, мне даже как-то поможет. А иначе все, я не желез. Зона сомкнется, и мне ни аптеки не помогут, ни мои любимые бусты. Потому что она будет бить очень-очень больно. Я даже эти дома не буду заходить. Он спереди есть домик, чисто пробегу, может быть, повезет. Хотя вот этот, короче, все, бежу прямо в зону, чекаю этот дом. И этот дом пустой. Просто ни одной девятки. Просто ни одной. Понимаешь, я хилюсь, и что-то мне подсказывает, что я не успею захилить аптеку. Успел. Боже, да это же девятки. Черт возьми, я нашел блядские девятки. Побежали. Сейчас просто я буду бежать и хилиться. Бежать и хилиться, и все. У меня выбора нет. Я или успеваю, или нет. Надеюсь, я успею сейчас захиляться. Потому что, мне кажется, я слишком поздно взял аптеку. Прям секунда в секунду. Отлично, пошли дальше. Я выбегаю прямо на человечей, да? Да, прям парадиз зона. Боже мой. Какая же бичевая зона. Зона на парадизе. Это нереально. Боже. Вероятность выпадения такой зоны, ну вот прям крайне мала. И, конечно же, сейчас она выпала. И пошла еще одна зона. И после этой зоны я уже точно тру. Мне срочно нужно добежать. В Парадисе я девятки найду. Это уже не проблема. Проблема войти в Парадис, понимаете? Так, там уже идет файт. У меня 9 киллов, твою мать. Не успею захилиться. Все, я труп. Я прав, ты кал. Я не успею захиляться и... Да. Буквально одна секунда я бы успел, но тем не менее. Топ-4 с P18C, друзья. 9 киллов. Как по мне, результат неплохой. Я постараюсь побить свой рекорд в следующий раз и запастись девятками. Всем спасибо, пока-пока.